холодно становится в лесу, в огороде, повсюду становится холодно. И поэтому мы сейчас с вами посмотрим грустную и немножечко веселую сказку про осень. Что же осенью может произойти в лесу? Как вы думаете, что может произойти в лесу? Может белка попрыгать по веточкам и собрать шишечки и грибочки? Может мишка проходить в берлогу, нести свои веточки? Может лисичка бежать, зайчика искать? А может произойти сказочная история? Представьте себе, что холодает с каждым днем, очень зябко под дождем. Я бедный зайка, я продрог, я замерз, я промок, как осиновый листок. Мне бы в норку, да по суше, я согрел бы лапки, ушки. Но нет нигде такой норки, потому что зайка живет под кустиком. Вдруг открылся очень кстати красный зонт. Кто закрыл двери? Красный зонт в руках у Кати. Кто это Катя? Давайте Катю позовем. Эй, Катя, приходи, нас удиви. Катя долго идет, а дождь все идет и идет. Так, вот она, Катя. Здравствуй, Катя, проходи и открывай свой зонтик. Садись поудобнее. Посмотри, Катя, начался дождик, и наш зайка промок. Им очень холодно, и он дрожит. Нам бы очень помог твой зонтик. Помоги, и зайчика под зонтиком схорони. Залезай под зонт, малыш, согреешь лапки, убежишь. Вот тихонько зайка под зонтиком сидит. Посчитаем, сколько под зонтиком сидят. Один зайка и одна Катя. Один, два. Вот и двое уже сидят. Тут тихонько. Тут лисичка бежит. А вот лисичка бежит, хвостиком машет. Деток всех задирает. Привет, привет, своим хвостиком махает. Вот и видит лисичка зонтик и говорит: этот зонт такой чудесный, мне под ним, наверное, есть место. Пригласи нас, пожалуйста. Слезай под зонт, лисичка. Да. Согрей пушистый. Вот она, смотрите-ка, хочет влезть, никак у нее не получается. А зайчик ее боится, и он от нее отодвигается. И ведь они друзья-враги, но ничего не поделать. На улице дождик, а вот они и ходят все вместе, а вот они и сидят. Хвостик не помещается, ну-ка еще повися. А вот молодец, теперь наша лисичка тоже под зонтом. Катя, повыше зонтик держи, чтобы лисичка и зайка поместились. Сколько же под зонтиком сидят, посчитаем. Одна лисичка. Один зайка и одна Катя. Много их уже под зонтиком. Ну-ка посмотрим, кто же там еще под зонтик идет. Кто? Ой, кто это идет? Ну-ка, о, молодец, точно, кто это идет? Да, это именно твой Мишка, представляешь себе, так он у нас тут схоронился. Топ-топ. Это Мишка к нам идет. Добрый день вам. Здравствуй, Мишка. От меня хотел дать вам шишку, но по трубке потерял. Старался, искал и не могу ее найти. А теперь скажите, можно мне под зонтик влезть, лапы и нос обогреть? Можно? Да. Конечно, заходи к нам, Мишка, позови его, Катя. Залезай под зонтик. Да, можно, залезай. Но никак у него не получается, он же большой, неуклюжий. Ой, велик твой рост. Ты сейчас помнешь мне хвост. Эти лисичка его прогоняет, хвостиком его отодвигает. А Мишка старается еще подлезть. Вот они уже сидят, и их много. Посчитаем, сколько их. Катя один. Зайка один, лисичка одна
и один мишка. Их теперь уже много, стало больше. Ой, вы ничего не слышите? Кто же там летит? Ой, кто это летит? Посмотрите-ка. Ой-ой-ой. Это синичка летит, видит зонт и спускается. Вот она увидела. Вот синичка летит и тихо-тихо говорит. Я по полю летала, зернышек себе искала, но крылышки отяжелели, и я летаю еле-еле. И теперь, детки, тяжело летать. Увидела она зонтик и говорит, можно мне под зонтик, Катя? Да, синичка, лети. Да, синичка, лети, хватит места, всем пяти. Вот, летит, летит, синичка, никак не получается. И вот так летит, летит, опять не получается. Вот она нашла себе местечко. Все они сидят под зонтиком, все под Катиным зонтом дружно сидят и дождь пережидают. А мы вместе с вами давайте для них споем песенку. Песенку про дождик. Тихонечко встали и споем песенку про дождик. Так. Молодцы. Поднимем свои ручки вверх и покачаем ручками. Молодцы. Осень, осень наступила. Так, молодцы, покачаем ручками. Чехла вспомнила. Так, молодец, как хорошо Луиза качается. Аня нам помогает. Осень, осень наступила. Листья осыпаются. Солнца нет и потемнело, дождик продолжается. Кап-кап на дорожке, кап-кап на ладошке, дождик землю поливай, с нами поиграй. Ручки вместе. Паучки, жучки и мошки прячутся, скрываются. И в далекую дорожку птички собираются. Саша Чебурка тут себе сидит. Ну вот, друзья, дождик и закончился. Садимся за свое местечко. Садись на стульчик, мой дружочек. Так, ну-ка, вытягивай, Катя, ручку свою. Вот и дождик. Перестал. Вот и дождик перестал. Катя закрыла зонтик. Почему? Потому что дождик перестал. А зайка говорит, ну тогда я поскакал. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. И убежал. А что же говорит лисичка? До свидания, мне пора, у меня в лесу нора. Вот она побежала быстренько в норку. Скорее, скорее, скорее. Правильно, и я пойду в свою берлогу. Буду до весны я спать, лапу грустно буду сосать. А что сделал? Что сделала синичка? Молодец, давай, Ксен. Ну и мне пора в дорогу, да? Бегом, 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 улетела птичка. А мы вместе с вами тихонечко, тихонечко поиграем с Катей. Катя принесла этот зонтик не только для зверушек, хотела поиграть и с детками. Мы будем, пока солнышко веселое, гулять. А кто услышит дождик, сразу спрячемся Катей под зонтик. Да, Катя? Катя держит всегда зонтик раскрытым и стоит в сторонке. И стоит в сторонке. Так. А мы вместе с вами поиграем. Вот солнышко светит, и мы гуляем. Поставим ручки на поясе, гуляем. Пошли гулять, гулять. Вот мы гуляем, спасибо. Мишка, погуляй вместе с нами. Ах, как хорошо, солнышко. Можно ручки поднимать, и красиво гулять. Гуляем, 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 гуляем. Пойдем, пойдем, Мишка. Ой, что мы слышим? Выходи. Кап-кап-кап-кап-кап. Быстренько подходим к зонтик, прячемся, прячемся. Сходи скорее, чтобы спинка не замочилась, чтобы наши платьицы не стали мокрыми. Ну-ка, Луиза, вот мы под зонтиком сидим.
спрятались. Детки, никто не мочит спинку? Нет, у всех все сухое. Снова хорошая погода. Снова пойдем гулять. Гуляем. Вот мы ручки на поезд поставили. И гуляем. И вечно гуляем. Молодцы. Ой, смотрите, Аня прям разгулялась. Хорошо, что это мы там видим? Грибочки, цветочки. Много всего видим. Ну-ка, слушай. Не начинается ли дождик? Зонтик один, и всем хватило места. Вот как можно прятаться под зонтиком. А теперь, ребятки, снова тихонечко сядем на свои стульчики. Молодцы. Молодец. Спасибо, Катя, можешь зонтик закрывать и с нами дальше поиграть. Да, молодец, хорошо. Садись, садись, мой дружок. Садись, садись. Садись, Луиза. Садись. Спасибо.
урожай. Вы не видите? И я его не вижу. Ну-ка, тихонечко сели быстренько на стульчики. Скорей, 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 скорей. Садись, Сашка. Саша, садись. О, у меня есть помощник. Саша, помогай стелать. Все, молодец, Роман. Все, простелил, хорошо. И вот вторая. Это будут наши грядки, дети. Садись, 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 молодец. А ты осень тихонько вот здесь поставишь и погляди, что умеют делать наши детки. Сашка будет мне помогать. Саша, иди сюда. Саша, ты мальчик, ты сильный. Иди уж мне помогать. О, какая у меня коробка. Смотри, какая тяжелая, притяжелая. Ну-ка, давай. Скорее. О, как мне тяжело нести. А Саша мне помогает. Вот Саша принес урожай. Что тут такое выросло? Посмотри. Выросла картошка. Покажи мне, где здесь картошка. Где здесь картошка? Нет, это не картошка. Ну-ка, не волнуйся. Где здесь картошка? Ну-ка мне покажи, малявчика. Вот хозяйка молодая. Вот она картошечку увидела. Молодец. Принесла картошку. Уходи картошку. Так, молодец. Покажите мне, пожалуйста, кто еще видит картошку. Молодцы. Несем картошку все на грядку. И ладно. Вот, кладем. Рядышком еще. Несем еще картошку. Неси картошечку. Молодец. Еще одну мы картошечку. Молодец. Сюда. Сюда все картошку несем. Вот мы сейчас грядку сделаем. Так. Если лопатой копнешь немножко, сразу выкопаешь ты картошку. Так, молодец. То выкопаешь сразу ты картошку. Кладем. Вот у нас грядка получилась. Есть там еще картошка? Больше нету. Все. Закончилось. Больше нет ни одной картошки. Смотрите, что нашла наша хозяюшка. Вот так у нас огородница Анюта. Так, молодцы. Собираем морковочку. Сажаем морковку. Одна морковка. Есть еще морковка? Подложи там пару штучек. Быстренько, вот они сзади. Умничка, молодцы. Ищем еще морковочку. Ищем еще морковочку. Достаем, достаем. Одна морковка. Неси еще морковку. Ой, извини, мой дружок. Еще достаем. Умничка, молодец. Выкладываем морковочку. Ой, сколько картошки. Вот еще сколько морковки. А это все? Так, все, это вся морковочка. Выкладываем. Стоп, это не морковка. А это что? Клади. Вот так. Там, это лучок. Это детки знают. Молодец. Вот морковочка. Вот морковочка. Клади сюда. Молодец. Все. Все грядки за... Ой, вот это да. Ох, хозяйка, клади еще морковочку. Сажаем ее вот сюда. Вот, молодец. Да, он не только собирает урожай, а осенью еще и высчитает. Клади сюда, Сашка, еще клади. Еще, еще. Молодец. Хорошо. А теперь вот что там осталось. Лук. Посадим лук на другой грядке. Ну-ка. Раз, два, три. Лук вот сюда неси. Откладывай лучок. Еще один лучок. Помоги, Луиза. Помоги, Луиза. Положи лучок. Где наш лучок? Нет, это не лучок. Уносим лучок. Уносим. Вот. Только лучок выкладываем. Только лучок. Только лучок. Молодец. Да. Нет, не от нас, а мы слышим хорошо. Так, молодцы, еще, еще. Спасибо. Вот мы лучок весь выложили. Хорошо, еще один лучок клади, мой дружочек. Еще один лучок, вот это да. Ничего себе, молодцы, умнички. А теперь, раз, два, три. Что это такое, говори. Это, дети, свекла. Свекла красная, вкусная, сладкая. Одну свеклу берем и на грядку несем. По одной. Лея, доставай одну свеклу. Давай-ка одну свеклу берем. Так, молодец, держи-ка свеклу. Вот мы в один ряд посадим ее вот сюда. Молодец. Вот сюда. Молодец. Раскладывай. Раскладывай. Умничка, это свекла. Выкладывай. Выкладывай. Вот это да! Ой, целая грядка у нас. Посмотрите, вот это огород. Что в нем только не растет. И картошка, и морковь, и свекла, и даже лук. Вот видишь, нет, спасибо, видишь, тебе большое. Что осень у нас выросла вот здесь в огороде. Но, дружок мой, у нас в огороде не поместилась еще капуста. Видишь, какая она вот такая круглая, большая. Давай, помоги. О, какая она тяжелая, не могу даже ее тащить. Ну-ка, Аня, помоги. Так, молодец, вот сюда посади. Одну сюда посади. Молодец, хорошо. Качан, молодец, умничка. Целый качан. И есть еще один. Ой, прости, мой дружок. И еще есть один большой, прибольшой. Конечно, вот мы его сейчас тоже посадим. Отдавила тебе ножку. Я не думала, что я оторву. Оторвало получилось. Вот какая большая капуста. Не поднимай, она очень тяжелая. Не поднимай. И еще есть, дети, пузатый кабачок, который лежал, отлежал себе бачок. Видите, какой он вот здесь тоже лежит. Вот какой у нас огород.
Молодцы, все вместе кладем. Хорошо, а теперь взялись за ручки. Взялись за ручки. В огород мы пойдем, урожай соберем. Взяли лопату. Мы картошку накопаем и морковку натаскаем. Тащи морковку. Молодцы, сели. Срежем мы качан капусты. Рассказываем, какой? Круглый, сочный, очень вкусный. Щавеля сорвем немножко и вернемся по дорожке. Вот видите, как хорошо Марьяна мне помогала, стихотворение рассказывала. Похлопаем Марьяне. Можешь ее потрогать. Она большая, умная и красивая. Наша девочка Марьяна, погладь ее. У нее сегодня... Да, она сегодня пришла с дедушкой к нам на праздник, младшую группу. А теперь, дети, посмотрите, как у нас много разных всех овощей выросло. Я не знаю, сможете вы мне помогать это все собирать? Давайте-ка, ну-ка, все вместе. Раз, два, три. Все, там еще две коробки. Все в свою коробочку клади. Смотрите-ка, лук, нет, не клади. Лук сюда. Свеклу сюда. Так, сюда. У-у-у. Молодец, хорошо. Кладем, подожди, 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 я разложу коробочки. Картошечку сюда, а морковочку сюда. Вы стоите. Аня, собирай морковочку. Собирай морковочку. Молодец. Молодец. Я думала, у соревнования, а тут столько помощников. Вы поняли, куда нужно отправляться? В огород. Ну-ка, раз, два, три. Урожай собери. Скорее, скорее, что-то собираем. По одной несем, несем. Так, молодцы, хорошо. Собираем, собираем. Умнички, как они мне помогают. Как они хорошо собирают. Собираем, собираем на картошечку. Молодцы, очень хорошо собираем. Ну-ка, Саша, помогай. Ой, капуста, молодец. Давай. Ах, какая умничка. Капусту неси, Катя. Положи капусту туда. Так, вот туда сверху положи. Ну что, убрали вместе все весь урожай? Молодцы, теперь можно и грядку собирать. Ну-ка, собираем. Да, молодец, сюда. О, хозяйка, хозяйка. Молодец, складываем туда. Молодец, туда. Не заворачивай, просто разложи на столе. А теперь взялись за ручки. Мишка, помогай, становись вместе с нами. Луиза, иди сюда. Давай, Сашка, бери за ручку Луизу. Молодец. Саша, не поднимай коробку. Саша, не поднимай коробку. Все, а теперь будем вместе с вами делать для мамы салат. Из чего сделаем салатик? Салатик мы сделаем из капусты. Сначала капусту будем рвать. Рвем. Мы капустку чистим, чистим, мы капустку чистим, чистим. Всех вас просим не зевать и немножко помогать. Мы капустку рубим, рубим, мы капустку рубим, рубим. Всех вас просим не зевать и немножко помогать. А теперь будем ее давить. Мы капустку давим, давим, мы капустку давим, давим. Всех вас просим не зевать и немножко помогать. Эй, Саша, мы просим тебя не стоять, а ну скорее помогать. Соли капустку. И мы капустку солим, солим, мы капустку солим, солим. Всех вас просим не зевать и немножко помогать. Ой, как хорошо помогала мне Лия. Похлопаем Лии. Молодцы. Еще кто нам помогал? Мишка Винни-Пух. Похлопаем Мишка Винни-Пуху. Эй, Сашка, хоть и не помогал, но вовремя прибежал. Похлопаем Сашке. Так, а кто нам помогал еще? Марьяна и Луиза. Похлопаем Марьяне и Луизе. И Ане помогаем. А теперь тихонечко сядем за соседний стол. И что мы будем делать? Садимся за соседний стол. Да, я это уберу сюда. Это лишнее самое большое. Так, осень золотая. Открой окошечко с другой стороны. Вот с той стороны. А тихонько протиснись там окошко. Открой, пожалуйста, чтобы было посвежее. Нет, нет, иди сюда. Вот, садись. Куда? Молодцы, умнички. Да, возьмем каждый коврик. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой.
Давайте-ка скорее, скорее. Все, все тихонько сидят. Все мне помогают. Начнем занятие скорей мы все уже пришли. Поднимем ручки вверх, скорей, какие молодцы. Андрюшка где? Андрюшка там. Привет ему споем. Похлопаем Андрюшки все. Привет, привет ему там прихожим окнем. А Степа где? А Степа здесь. Привет ему споем. Похлопайте для Степы все, ладошкой ему махнем. А Соня где? И Соня здесь. Привет, мы ей споем. Похлопайте для Сони все, ладошкой ей махнем. Никита где? Никита здесь. Привет, ему споем. Похлопайте для Никиты все, ладошкой ему махнем. Нинель где? Нинель здесь. Привет, мы ей споем. Похлопаем для Нинель, все ладошкой ей махнем. У нас много, музыка закончилась, но мы обязательно сейчас ее включим снова и споем для всех остальных. Свою песенку не услышала Иришка, не услышала Дашенька и не услышала Саша. И я не услышала. Только что пели. А Ира где? А Ира здесь. Похлопай для Иры все, ладошкой ей махнем. А Даша где? И Даша здесь. Привет, мы ей споем. Похлопай для Даши все, ладошкой ей махнем. Посмотри на Сашу. А Саша где? И Саша здесь. Привет, мы ей споем. Похлопай для Саши все, ладошкой ей махнем. А мамы где? И бабушки, привет, мы ей споем. Похлопаем для всех гостей, ладошкой и махнем. Ой, Андрюшка где? Андрюшка здесь, привет, ему споем. Похлопаем для Андрюхи всех, привет, привет, ему махнем. А Зирушки где? А Игрушки здесь, привет, мы ей споем. Похлопаем для всех, ладошкой и махнем. И ладошкой махнем. Вы знаете, друзья мои, там сегодня на нашей полочке так много игрушек. И все эти игрушки, знаете, почему к нам пришли? Потому что наша комната сегодня, посмотрите, какая нарядная. Ой, что это там за картинка такая интересная? Ну-ка, не наряглянись. Березка, осинка и другие деревья грустные, раздетые стоят. Почему? Потому что у нас гостит золотая осень, правда? Что мы там видим? Огород, в котором много-много чего растет. И поле, на котором снопы. А на снопах, друзья, в снопах что там? Зернышки спрятались для мышек, для людей, для разных зверушек, зверей, правда? И грибочки. То есть мы видим все то, что бывает осенью. И поэтому, друзья, я вам предлагаю сейчас взять в руки ложки и потопать со мной в лес. Пойдем со мной в лес? Пойдем. Пойдем. Для этого сначала все ложки возьмем. Если кому-то дети ложки не хватило, я сейчас еще дам. А я другие хочу ложки. А я тебе даю. Смотри-ка, вот они. Вот они, смотри-ка. Ой, как у нее красивые ложки. Доставай-ка. Доставай-ка. Так, одна ложечка. Вот ложку, матрешку, возьми ее, Дашулька. Так, молодец, доставай себе ложечку, красавица. А хочешь вот такую же самую, будут две одинаковые. Так, молодец. Ой, какая красивая ложка. Ну-ка, давай скорее ее, Сашеньке. Иришка, у тебя две? Молодец, а у тебя тоже две. Дашенька, у тебя что, только одна ложка? Ай-яй-яй. Ну-ка, смотри-ка, для Сашеньки дадим вот такую ложку, чтобы две одинаковые. Ох, как там громко ложки стучат. Ты знаешь, мой дружочек, вторая ложка матрешка вот там спряталась под платком, а я ее достала. Ну-ка, давай, не стесняйся, мой дружок. Я дам тебе две ложки. Две ложки, которые нам не дали принесла. Иди сюда. Смотри, какие у нас именные, олимпийские. Две ложки олимпийские, держи. Тот, кто с ними играет, тот чемпионом становится. У тебя две ложки есть? Есть. Итак, мои хорошие друзья, у всех есть ложки. И мы вместе с вами, что мы делаем? У нее только одна. Ай-яй-яй, мы сейчас это быстро исправим. Держи, мой дружок. Так, все, хорошо. Вот, отлично. Теперь
Теперь, когда у нас у всех есть ножки, можно идти по дорожке. Ножками стучать, ножками помогать. Правда, друзья мои? Пошли. Идем друг за дружкой. Большие ноги шли по дороге. Друг за дружкой вокруг. Большие ноги шли по дороге. Помогаем. Побежали. А маленькие ножки бежали по дорожке. Только ножки бегут. Бежали по дорожке. Остановились. Вот мы оказались здесь с вами в лесу. Быстренько ложки собираем и дальше с чем-то поиграем. А, складывайте их аккуратненько. Молодцы, молодцы. В нашем лесу необыкновенно осень настоящая пришла и листья с кленов сбросила. Помогите мне их разбросать, дети, повсюду. А то не лежат кучкой, а вы их разбросайте. Вот. Молодцы. Повсюду. Спасибо вам, дети, большое. Вы мне хорошо помогали. Листики повсюду разбросали. Да. Помогли, все повсюду, детки, разбросали. Очень хорошо. Разбросали листики и пошли гулять. А ручки держи на поясе. Садите наши ребята гулять. Гуляй. Желтые листики собираем. Взяли два желтых листочка. Листики кружатся, летят. Держи листочки. Покружимся только желтыми листиками. Вот мы красиво покачались только желтыми листиками. Молодцы, в одну сторону, в другую. Сбросили листочки, снова пошли ручки на поясе. Садите наши ребята гуляют. Красные листики. Теперь берем по два красных листика. Вот такие листики. Кружатся, летят. Поворачиваемся с красными листочками. Ой, какая листочка взяли и покружились. Вот мы красиво покружились. И в одну сторону, в другую покачались. Саша. Сбросили листики. Снова ручки на поезд. Садики. А оранжевые листики, ищи оранжевые листики. Ну вот, они два листочка, держи. Вот какие листики кружатся, летят. Оранжевые листики покружились наших ребят. Вот мы красиво качаемся в одну сторону, а в другую. Ну-ка, Соня, покажи, как ты красиво качаешься. Умнички, молодцы, очень красиво. Тихонечко. Раз, два, три. На вот эти стульчики беги и садись. Садимся вот так на стульчики все. Не собираем листья? Не собираем. Садимся все на стульчики. Я приготовила стульчики, а вы садитесь. Молодцы. Садимся, Степа. Садись, Андрюшка. Так, и Сонечка, садись вот сюда. Садимся. Вот для каждого есть стульчик. Дети, мы с вами в лесу гуляли, листочки собирали, а теперь устроим веселое соревнование. Посмотрим. Какое соревнование? А, соревнование, это дети, когда кто-то что-то делает. Все, Ирина Фигна. Голос, детки, громко-громко говорила, и голос мой потерялся. Поэтому буду стараться тихо говорить. Вот, видишь, и я тоже, наверное, мороженое холодное ела. В другой раз не буду кушать холодное мороженое. Буду только пить теплый чай. Правда? И хлеб с повидлом или с медом. Я люблю чай. И я тоже. Итак, друзья мои, а сейчас ко мне подойдет Даша. Идет ко мне Даша. Ко мне подойдет Ирочка. Идет ко мне Ира. И ко мне идет Нинель. Иди сюда, Нинель. А вот ко мне пришли три девочки. Саша сидит. Эти девочки сейчас будут собирать листочки. Смотрите-ка.
Ирочка будет собирать. Нет, желтые собирает Иришка. Ты собираешь оранжевые, а Дашенька собирает. Ты собираешь красненькие, а Даша будет собирать только оранжевые. А Саша будет сидеть на стульчике. Саша, я тихонько музыку включу и скажу вам: раз, два, три, начали. А вы будете быстро-быстро листочки собирать и мапы отдавать. А ты лишь будешь мне отдавать, хорошо? И мы посмотрим, чьих листиков на ковре не будет. А ну-ка, раз, нет, два, нет, три, свои листочки собери. Ну-ка, помогай. Саша. Ну-ка, собирай, не собирай листики, как у себя так, и свой листочек. Ох, молодец, собирай, 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 Дашенька, стоя. Дашке будем тоже помогать. Ну-ка, вот это да. Ну, сейчас Дашульке помогаем. Видите, она собирала их красиво в букет. Веером хотела их выложить. А вот теперь мы их подружим и снова положим вот сюда. Вот они у нас будут в корзинке лежать. Спасибо большое. Вы видите, дети, наши девчонки все быстро собирают. Давай похлопаем их все вместе. Похлопаем. Вот, молодцы. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы девчонкам похлопали. А теперь давайте мы с вами подумаем, что нам принесет еще осень, кроме листиков. Как вы думаете, что нам можно еще принести? Яблоки! Может, я, а может, груши принести, а еще что может принести? Яблоки! Не знаете, давайте споем про эту песенку и будете мне помогать в эту песенку мне подпевать. Что нам осень принесет, правда? Споем эту песенку все вместе? Споем! Споем, так. Сейчас мы посмотрим. Раз, два, три. Что нам осень песенку начнет? Встаем, Андрюша, Никита, помогай. Что нам осень принесет? Поднимаем свои плечики, поем. Что нам осень принесет? Показывай. Яблоки румяные, сладкие. Яблоки румяные, сладкие. Мед. Слышу, как Никита помогает. Даша, Ира и Нинель подпевают. Поднимаем плечики. Что нам? Однажды в лесу произошла, вот туда, все смотрите, а, туда, на своем местечке, где мы тут. Сегодня наше место с ребятки покатался. Однажды в лесу во время дождя прошла очень-очень интересная история. Вы же знаете, что когда осень приходит, дети, то на улице всегда льется дождик. Но он не такой веселый, как летом. Не такой теплый. Этот дождик, к сожалению, холодный. Идет долго и идет медленно. Он моросит. И когда... Спасибо, я думала, листок, я сразу стала его спасать. Это моя роль.
Спасибо, мой дружок, спасибо. Так, молодец, хорошо. И вот однажды, друзья, в лесу во время такого дождя произошла вот такая история. Холодает с каждым днем, кому-то холодно под дождем. Я вижу топ-топ-топ. К нам зайка серенький идет. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. На детишек поглядел. И, друзья, на стол наш сел. Это будет как будто бы его кости, правда? Вот он тихонько сидит и тихонько в нам всем говорит. Холодает, скажет. Да, как зайка ушастик, как зайка пушишка. Я смотрю, пуйники. Я промерз, я промок, дрожу, как осиновый листок. Мне бы в норку, да по суше, я согрел бы лапки, уши, апчхи, апчхи. Мне кажется, наш зайка уже замерз так сильно, что, наверное, заболел. Очень жалко, что я не могу ему помочь. Но вдруг открылся очень кстати красный зонт у куклы Кати. Вот она, Катя, идет и свой красный зонтик несет. Здравствуй, Катя, проходи, на красный стол садись. Нам очень прекрасно понравился твой красный зонтик. Можно наш зайчик тебе подойдет? Залезай под зонт, малыш, согреешь лапу. Видите, как зайке понравилось, что его Катя пригласила к себе под красный зонтик. Вот теперь он под ним сидит и тихонько уже не дрожит. Ау, лисичка бежит. Пробежала, пробежала хвостика. Мимо деток помахала. Ой-ой-ой, мой пушистый хвост тоже промок. Вдруг зонтик видит и говорит, вот какой здесь зонт чудесный, мне под ним здесь хватит места. Зонтик мой такой чудесный, нам троим не будет тесно. А что их уже трое, ну-ка идите посчитаем. Катя, раз, зайка, два, а лисичка, три. Вот у нее хвостик не помещается, ну-ка, ну-ка. Ой, а зайка отодвигается, он же ее боится. Так, лисичка кружилась, кружилась, да и вот примостилась. Нашла себе все-таки местечко. Вот они теперь втроем под зонтиком сидят. Сидят и слышат, как снова кто-то под дождем идет. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Кто это такой по лесу идет? Кто это идет? Мишка. Ой, на ноги кому-то наступает и лапку дает, кому-то здоровается. Привет, 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 привет. Ух ты, ну-ка давай поздоровайся. Ой, Сашка, привет. Ой, Нинель, здравствуй. Ой, здравствуй, мой дружок. Ой, дайте посчитать тебя за пятки. Ну-ка, 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 ну-ка. Эх, с мамами связываться не буду, они больше меня. А теперь, ой, увидел Катю и говорит, добрый день вам. Здравствуй. Мишка. Хотел бы угостить бы шишкой, но по лесу я гулял и свою шишку потерял. Я так замерз и так прогрок. Можно мне под зонт, Катенька, дружок? Будем тебе очень рады. Ой, спасибо. Я хочу под зонтик влезть, лапы, носик обогреть. Топ-топ, вот он идет, ой, и на хвостик ей наступает. А лисичка ему, ой, ой, ой. Велик твой рост, ты сейчас помнешь мой хвост. Ничего страшного, вот он ложится, ложится, прилег. Давайте-ка посчитаем, сколько теперь зверушек под зонтиком. Катя, раз, зайка, два, лисичка, а Мишка, четыре. Теперь под зонтом сидят вчетвером. Показали четыре пальчика, вот они вчетвером. Не хватает кого-то одного. Интересно, кто же может еще пятый к ним прийти? Ну-ка, скорее прошу вас внимательно смотреть и называть. Ой-ой-ой, тут синичка летит. Ох, вот она летит и тихо-тихо, еле-еле
говорит. Я хочу ее потрогать. Потрогай, пожалуйста. Потрогайте, дети, перышки влажные. Видите, какие они влажные, мокрые? Я по полю скакала, я себе зернышки искала. Мои крылышки отяжелели, и я теперь летаю еле-еле. Мне бы спрятаться куда-нибудь. Подскажите, куда можно спрятаться? Куда? Какого цвета зонтик она не знает? Красный. Правильно, вот она летит. Ну-ка. Летит и видит зонтик. Ну-ка. К нам, синичка, ты лети. Хватит места всем пяти. Ой, а что, разве их здесь уже пять? А ну-ка посчитаем. Катя, раз. Зайка, два. Лисичка, три. Мишка, так. И синичка. И синичка пять. Теперь их точно пять. И они сидят сколько? Пятером. Показали им пять пальчиков. Вот наши пять пальчиков. Мы все показали, что наши зверушек и Катюши. Их тут пять. А теперь всем, кто под Катиным зонтом, песенку о дождике дружно споем. Споем песенку про дождик. Встаем, тихонечко встаем, а Катя, ты со зверушками посиди и песенку нашу послушай. Знаешь, как наши детки долго учили эту песню? А теперь они ее знают и красиво ее напевают. Молодцы, ручки подняли наверх. Покачаем своими ручками. Вот мы тучи разгоняем. Молодцы, сильнее разгоняем, а то небо хмурое, пасмурное. Очень хорошо, молодцы. Умнички. А теперь попоем. Осень наступила, листья осыпаются, солнца нет и потемнело, дождик начинается. Как на дорожке, на дождик землю поливай. Молодцы, паучки, жучки и мошки прячутся, скрываются. И в далекую дорогу птички собит. Наших ребяток поглядит. Ну и мне пора в дорогу. Лягу я в свою берлогу. Так, где она сидела? Очень хорошо. Ты хочешь, чтобы она села за твоим столом? Хорошо. Полечу и я, друзья. До свидания. Вот сюда. Вот она тихонечко будет здесь сидеть и будет за вами наблюдать. До свидания, зверята. Ну, а я пойду к ребятам. Да, выходи к нам, Катя, мы очень хотим поиграть с твоим зонтиком. Потому что не только зверята любят прятаться под зонтом, но и наши ребятки тоже тебе могут показать, что они делают, когда намечает солнышко, и что они делают, когда нужно, когда капает дождик. А для этого дети, если слышим веселую музыку, выходим гулять. А если слышим грустную, дождливую музыку, прячемся все, Катя, под зонтик. Хорошо? Хорошо, итак, раз, два, три, танцевать, беги. Гуляем все красиво. Пошли гулять по комнате. Вот мы гуляем. О, как много места. А на улице солнышко, можно ручки поднимать, на носочки вставать. Так, можно приседать, а можно кружиться. Ой. Что я слышу? Как? Скорей! Всем хватит места под зонтом. Ну-ка давай, Сашенька, а то промокнет твоя спинка. Ой, ни на кого дождик не капает? Нет. Слышу, музыку веселую. Можно снова гулять? Можно зонтик убирать? Пошли гуляй. Вот мы гуляем. Красиво шагаем. А что можно делать? Можно ручки поднимать. Да.
Ой, ой, ой. Как? Куда мы прячемся? Ну-ка, зонтик открывай, Катя. Хватило нам места. Нам не тесно под зонтом. Да, хоть нас всех девятером вы сколько разговаривает. Ну-ка ко мне все. Ну-ка все в сумку. Да. Солнышко, все снова ласкает. Каждого лучиком обнимает. Да, ну-ка. И Сашу обогревает. Ой, смотрите, Соня наша прямо под солнышком забирает. Саша, отлично. Да, солнышко, ой, ласкало. Слышите? Молодцы, друзья! Спрячусь-ка под зонтик и я. Вот теперь нам всем хватило места под зонтиком. Ну, кажется, дождь закончился. Спасибо, Катя, можешь зонтик закрывать и дальше с детками играть. Ну-ка, друзья, тихонечко садимся на стульчики. Так, садимся на стульчики. Скорее, садимся на стульчик. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, и если всем трам-пам-пам. Чья это песенка? Кто-то это дошел? Ой, кто-то там ко мне идет. На вечерне пора, хозяин. Нет, еще не дошел до нашего. Не стесняемся, помогаем ему. Так, ну-ка, интересно, кто там идет? Помоги мне, Сашу. Как он сделал, бедолага? Ой, дети, а у нас за окошком до ночи? Нет. Нет? А что ж там у нас за окошком? Утро. Еще утро. Молодец, умничка. Кто нам, кто к нам утром пришел в гости? Мишка. Ох, этот Мишка. Он не просто по лесу гулял. Он наш домик в лесу Осиностровском искал. А мы тут находимся рядом. Эй, друзья, Мишка, тебя ждали. Скажи нам, пожалуйста, Мишка, что там у тебя такое здесь в бочонке? Мед. А что, ты любишь мед кушать? Мед. Да? А как ты его любишь? Можешь нам рассказать, как сильно ты его любишь? Свежий мед? Свежий мед люблю я очень. Я люблю дома мед. Свежий мед люблю я очень. Мне он снится длинной ночью. Чубанка меда золотого. Нынче снилось, не вось... Ой, нынче... Снилось ночью мне, но полакомиться медом не пришлось мне и даже во сне. Вот видите, так Мишка наш любит мед, что даже спит и его во сне видит. А вы его любите, мед? Да. Да, как вы его любите? Сильно-сильно. Как вы его кушаете? Я люблю мед. Что, как вы кушаете мед, дети? С чем вы его кушаете? С хлебушком? Да. Да, в кашу добавляете? Да. Да? А еще когда добавляете, в чай добавляете? Нет? Да. Молодец, конечно, его можно и в чай добавлять, и на хлебушек наливать, и еще в кашу добавлять. И все это сразу становится вкусным, душистым и сладким. Ты знаешь, я люблю мед. Мы бы тебя с удовольствием угостили вкусным медом. Но наш мед, к сожалению, еще не собран, потому что наши детки еще к яблоньке не подходили, и яблочек у нее не просили. Где это летают пчелы? В нашем саду пчелы летают, дети, вокруг дерева с яблоками. А ну-ка подойдите, посмотрите. Вы видите здесь пчел? Яблоки. Как вы это не видите? А где пчелы? Они здесь не сидят. А где они сидят? Вот. А вот они на яблочках румяных, на душистых. Вот как их много. Они летают, сладкий яблочный сок собирают. Давайте мы нашу яблоньку поблагодарим и песенку ей споем, и Мишку нашего порадуем. Тихонечко мы возьмемся за ручки, встанем полукругом и споем песенку про яблоньку. Раз, два, три. Песенку про яблоньку начнем. Взялись за ручки. Как у нас в садочке желтые листочки, да, да. Да-да-да, желтые листочки.
бабочки. Осень наступила, все позолотила. Да, 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 все позолотила. Теперь отойдем от яблоньки, потому что мы показываем на нее рукой. Яблонька в саду стоит, Марина Васильевна. Нет, яблоньки свои. Да, 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 дарит яблоньки свои. Молодцы, умнички. А теперь превратились в зайчиков, приготовили себе ушки. Подошел к ней зайка, яблочко мне дай-ка. Да, 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 яблочко мне дай-ка. Вот мы прыгаем, как зайки. Теперь мы с вами кошки. Подошла и кошка, дай-ка мне немножко. Да, 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 дай-ка мне немножко. Вот мы с вами котики, а теперь мы петушки, которые хлопают крылышками. Подошел мне петушок, дай-ка яблочко, дружок. Да, 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 дай-ка яблочко, дружок. А теперь мы, детки, возьмемся за платьице. Детки походили, яблочки просили. Да, 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 яблочки просили. Вот мы приседаем. Умничка, Саша нам помогает. Спасибо, дети, что вы приседали, помогали. Я думаю, что после такой песенки наша яблоня отдаст все свои душистые вкусные яблочки пчелкам. Они сок попьют и мед для нашего Мишки соберут. А теперь, друзья, разделимся на две команды. Команда девочек с одной стороны, команда мальчиков с другой стороны. Эй, мальчишки, ну-ка вместе вставайте. Так, хорошо. Кто тут у меня мальчишка? Раз, два, три. Эй, а ну-ка, Андрюшка, говори, кто это у меня? Мальчик или девочка? Вот у нас девчонки команда. Я девочка. Мишка, ты будешь сейчас со мной подпевать и с ребятками играть. Мы тебе споем веселую песенку про бурого медвежонка. А ты будешь с нами играть и песенку веселую подпевать. Договорились, Мишка? Да. Так. Девочки, вы превращаетесь в белочек, а мальчики превратятся в зайчиков. Ну-ка, Мишка, косолапый, ставь свои вот так вот лапы. Молодец. Вот я бу, вот я веселый медвежонок. Попрыгайте, как белочки. Ну-ка все, мальчики, попрыгайте, как зайчики. Снова Мишка. Я веселый медвежонок, меня должны вы знать. Люблю я мед и сахар, люблю потанцевать. Ну-ка все, вы, девочки, попрыгайте, как белочки. Вот теперь все мальчики, попрыгайте, как зайчики. О, мальчишки услышали. Я веселый медвежонок, меня должны вы знать. Люблю я мед и сахар, люблю потанцевать. Ну-ка, дружно, девочки, попрыгайте, как белочки. Ну, теперь все мальчики, попрыгайте, как зайчики. Вот это да! Мы превращались в белочек и в зайчиков. И было нам всем весело. А теперь носики. Носиком воздух набирает и ротиком выдыхает. Походу, восстанавливать дыхание нужно было только мне. Потому что все остальные восстанавливали бы дети очень хорошо. Итак, садимся, друзья, на свои стульчики. И тихонько посидим. И куда-то поглядим. О, Миша, слушай. А что ты у нас, Мишка, без стульчика? Ну-ка, Мишка, самый главный. Садись на стул главный, мой друг. Так. Молодцы. Все тихонечко сидят, на картинке осенние глядят. А почему? Потому что ждем мы прихода той, которая к нам приходит только перед... Только перед зимой. Нет. Итак, все приготовились? Все тихонечко уже сидят? Да, все тихонько сидят. Сегодня. Сиди, сиди.
Правильно. Я осень золотая, на праздник вам пришла. Осенние сюрпризы с собой я принесла. Осень, мама, а что ты нам с собой приносишь? Что несешь ты? Несу я урожай. Несу я урожай, деревья раздеваю. Птиц на юг я отправляю и деревья раздеваю. Но не касаюсь сосен и елочек. Я осень. И правда, дети, все деревья потихоньку осенью раздеваются. И только сосенка, сосна и елочка остаются в своем красивом зеленом наряде. Ну а мы тебя осень давно уже ждем. И тебя мы осень в огород зовем. Потому что в огороде осенью много забот. Потому что осенью в огороде много работ. И сейчас мы, наши детки, покажут тебе, что они умеют делать в нашем огороде. Покажем, детки, что делать? Посмотрю у вас на грядке, что у вас растет, ребятки. Да, очень хорошо. Слушай, как здорово у тебя получилось. А теперь, друзья, тихонечко встаем и споем про огород. Скорее. Помогай, Соня. Есть у нас огород, в нем капусточка растет. Вот такой высоченный, вот такой ширенный. Подпиши, а потом не зевай и в корзину полезай. А потом не зевай и в корзину полезай. Есть у нас огород, в нем морковочка растет. А вот такой вышины, а вот такой вышины. Видишь, я не слышу тебя, вот такой. И немножко попляши, а потом не зевай и в корзину полезай. А потом не зевай, Степа тоже побивай. Эй, вместе нас огород, в нем зеленый лук растет. А вот такой вышины, а вот такой ширины, а вот такой вышины, а вот такой. Эй, лучок, к нам спеши и немножко попляши, а потом не зевай и в корзину полезай, а потом не зевай и в корзину полезай. Есть у нас грузовик, он не мал и не велик, а вот такой вышины, вот такой ширины. Вот такой ширины. Эй, шофер, к нам спеши и немножко попляши, а потом не зевай и вози наш урожай. А потом не зевай, увози наш урожай. А теперь едем, каждый на свой стульчик. Поехали. Едем мы домой на машине грузовой. Ворота отворяй, едет с поля урожай. А теперь, друзья, скажите мне, пожалуйста, после нашей песни на грядке выросли вкусные овощи-загадки. Посмотрите, это грядка. Что такое грядка? Это полоска, на которой что-то растет в один ряд. Правда? И сейчас, спасибо, Катя. Умничка. Так, очень хорошо. Вот у нас две эти полоски грядки. И пока здесь ничего не растет. Мне нужны два мальчика. Пусть это будет тот, кто еще не играл в наш с нами в игру. Кто это будет? Ну, Никита, выходи. И Андрюшка, выходи. Ну-ка, скорее. И становись. А кто у нас? О, нет, на грядку не становись. А то ничего не, на грядке не будет. Обходи. Вот здесь со мной рядом становись. Так, молодец. А Соня, поем песню. Топает малыш. Так, молодцы. А теперь... Осень, вторую коробочку помогай. Это будет твоя коробка. А ты тихонько посмотри и все, что здесь видишь, говори. Что это такое? Назови. Морковка. Морковка. Молодцы, дети, слышите? Это морковка. А это что такое? Картошка. Картошка, да. Ее копнешь лопатой ловко.
и сразу поймешь, что это у нас картошечка. Вот что ты. О, вот это что это такое? Это лук. Да, этот лук, кто его раздевает, тот слезы поливает. А вот это ты, наверное, не знаешь, что это такое. Это кто за лук? Это свекла. Назовем ее свекла. Так, хорошо. Ты разобрался с овощами. Сашенька пока садится, а я Андрюшку жду. Ну-ка, Андрюшка, скорее, скорее. Давай-ка, ну, мы корзиночки несем, хором песенку поем. Так, ну, Андрюшка, не зевай, что в коробке называй. Что это такое, мой друг? Морковка. Морковка. Это что такое? Морковка. Отлично. Это что такое? Картошка. Картошка. Ты потрогай ее немножко и сразу поймешь, что это картошка. Это свекла. Красная свекла, которую мама кладет в борщик. Нет, нет, вот сюда остановись. Иди сюда. Выбери себе, что бы ты хотел сейчас доставать эту зубку. Что бы хотел? Что доставать? Ты бы хотел собирать картошку. Молодец. А ты что бы хотел? Андрюшка, ты бы что хотел собирать? Идем. Не хочешь? Ну-ка, Степа, выходи. Ну-ка, Степа, помоги. Скорей, скорее. Ух, нам без тебя никак. Ну-ка, молодец, мой дружочек. Смотри-ка, он выбирает картошку. А ты, мой дружочек, значит, будешь выбирать морковь. Договорились? Так, сейчас мы картошку всю отсюда уберем, а морковочку вот сюда перенесем. Так, молодец, клади. Пока нет. Умничка. А теперь я скажу. Раз, два, три. Ты будешь брать одну картошку и выкладывать из нее один ряд. Одну взял и положил. Одну взял и положил. Понял? Понял, что будешь доставать? Только картошку, да? Да. А ты будешь доставать только морковку. Одну морковку бери и на грядку неси. Одну морковку бери и на грядку неси. Но это будет только тогда, когда я скажу раз, два, три, начали. Ну-ка быстрее собирай и морковку доставай. Давай, 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 скорей. Молодец. Раз, два, три. Ну-ка помогай. Хорошо. Вот как ты хорошо говоришь. А ты будешь помогать? Молодец, сумочка. Ох, как хорошо, выкладывайте, выложай. Одну полоску в один ряд. Молодец. Степа, ножки поднимаем, подальше морковку раскладываем. О, девчонки, вы листья здесь собирали, а мальчишкам сложная работа досталась. Овощи раскладывать. У меня ручки на картошку бери. Молодец, умничка. Одной ручкой, по одному. У нас же все-таки математика. Ох, молодец, ручка старается. Катя, помоги с другой стороны, потяни грядку, чтобы не выбило. Так, молодец. Что, справился? Кстати, справил все руки в боке. Вот это да. Ну, хозяин, молодец. Умничка. Ну, а он еще через грядки перескакивает. Ну, вот это да. Помогай мне, грядку подкладывай. Еще и вопросительный знак. Что бы это значило? Молодец, умничка. Все, все. Зазевали от работы. Друзья, вам понравилось, как наши мальчишки доставали морковку и картошку? А теперь они тихонечко садятся на свои стульчики и сидят. Садимся. Так, молодец. А я что буду делать? А ты листья собирала? Да. Не раскладывай? Нет, нет, нет. На место. Так, молодцы. Единственное, что... А тут огурцы подвинь. Давайте вот сюда несколько огурцов. Так, а теперь мы сделаем сложное задание. Почему? Потому что сейчас выйдут на работу хозяйки. Огородницы, а они любят сложную работу. Они будут что-то другое доставать. Мы сейчас кого позовем? Так, кто у нас еще не участвовал? Саша захочет участвовать? Ну-ка, Сашенька. А, Сашенька будет сидеть. Иришка, будешь помогать? Давай, Саша, Иришка, выходи. Нелли, иди сюда. Иди сюда. А ты будешь громко хлопать и мне помогать, хорошо? А ты будешь сейчас отсюда что-то доставать. Иди сюда. Иди сюда. Так, ты пока стоишь. Нет, 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 ты сюда, сюда. Нелли, сюда. Я подумала, что мы достанем двух подружек. Вот у нас две сестрички, потом семейным дуэтом будут. Так, ты будешь доставать раз, два, три, только лук бери. Поняла? Сначала возьмешь лук у себя, а потом будешь брать лук сам. Понятно? Понятно. Иришка, а ты будешь доставать только свеклу. Сначала достанешь у себя и выложишь в один ряд, а потом будешь брать и в чужой коробке. Хорошо? Хорошо, как будто бы вы поделились. А теперь, а ты будешь тихонечко стоять, наблюдать. Ты как будто бы соседка вот ручки сложила и смотришь, как это хозяйки собирают огород. В огороде овощи и фрукты. Только фрукты. Только овощи. Раз, два, три. Начали. Собираем лучок, укладываем. Доставай свой лучок. Один взяла и положила. Молодец, вот сюда кладем. Следующему бери и выкладывай. Несмелая хозяйка какая-то. Так, молодец. Thank you.
Они бы сейчас попутались бы как раз вот хорошо. Так, молодец. Умничка, Нинель, быстрее, быстрее посмотрим, кто быстрее выложит мусор. Молодец, еще выкладывай. Девчонки, тебя отвлечили работу. Ох, Иришка-огородница, вот это да, хозяюшка. Молодец, молодец. Ну-ка, Нинель, скорее, скорее. Молодец, молодец. Так, еще один. И еще один лучок доставай. Рассматривай. Молодец, шуху, здоровку. Нарочно не придумаешь. Молодец. А теперь раз, два, три, в один рядочек выложи. Выкладывай в один рядочек, чтобы как картошка лежали. Ну-ка, давай-ка сама-сама разложи. Вот у нас грядка, сделай грядку. Из лука сделай грядку. Так, вот ей сейчас помогает. Молодец, Саша, вот, умничка. Молодец. А теперь, хозяйки, подойдите ко мне. Иди сюда, Нинель. Посмотри, что растет у тебя на грядке, мой дружочек? Что растет на грядке? Это что такое? Картошка. А еще что растет? Лук. А теперь посмотри, один ряд картошка, другой ряд лучок. Какой ряд длиннее? Какой ряд длинный? Картошка. Чего больше, картошки или лука? Длиннее. Картошкин ряд длиннее. Больше картошки. Похлопайте, хозяйки, видите, как разбирается. А чего у нас мало, меньше? Чего у нас мало, меньше? Чей ряд короткий? Лук. У лука ряд короткий. Молодец, похлопали. А знаете, почему Иришка так разбирается? Потому что она хочет рассказать скорее про свою грядку. Пойдем на твою грядку. Ну-ка, посмотри на свою грядку. Скажи мне, пожалуйста, чего больше растет в твоем огороде? Морковки или свеклы? Свеклы больше. Чей ряд длиннее? А морковки я или свеклы? Не выберу. Да, свеклы. Видите, как разбирается? Похлопаем. А теперь раз, два, три. Пусть Саша выложит огурцы. Она еще ничего не выкладывала. Ей тоже хочется. Ну-ка, Сашенька, раз, два, три. Огурчики все выложи. Ну-ка, давай-ка, один рядочек. Вот, молодец, выкладывай. Выкладывай вот здесь. Вот, молодец. Давай вот здесь один ряд. Выкладывай еще здесь огурчики. Выкладывай, мой дружочек. Подожди. Так, давай-ка вот Саша будет выкладывать. Ну-ка, давай, Сашуль. Умничка, выкладывай рядышком. А ты уже выкладывала, посмотри, не чувствуешь, как вспотела? О, какая мудренька. Иришка, помогай, помогай, застеснялась Сашулька. Давай сама, сама, сама. Умничка, молодец, хорошо. Сейчас мы, дети, узнаем, чей ряд длиннее. Иришка нам скажет, чей ряд длиннее, морковки или огурчика. Ну-ка, Иришка, подсказывай. Подскажи, дружочек. Морковки ряд длиннее, значит, морковки больше. Похлопали Иришке. Умничка. А теперь Иришка садится. Иришка садится. Саша, я тебя попрошу, Сашуля. Саша вместе с Соней будут помогать все этой грядке собирать. Саша и София помогают, картошку и лук в коробку собирают. А ты, мой дружок, на эту грядку беги и все с этой грядки сама в коробку собери. Хорошо? И раз, два, три. Ну-ка, Софа. Ну-ка, Саша, в огороде все собери. Ну-ка, собирайся. Молодец, складывай. Молодец, Умничка, сама еще. Хорошо, хорошо. Иришка, ну-ка, выходи на подмогу, помогай нашей Соне. Дашеньке, скорее, скорее, скорее. Так, ну-ка, Никита, выходи. Ну-ка, давай-ка скорее здесь тоже помоги. Так, хорошо. Эй, Андрюшка, выходи, выбегай. И морковку помогать собирай. Ну-ка, давай, скорее, скорее, скорее. Так, а Степе тоже не сидится. Тоже ему хочется в огород. Выходи, мой дружочек, в огород. Так, молодец. Как ты чего упал? Молодец, все заклеил. Хорошо, хорошо. Ну-ка, что хочешь помогать собирать? Молодец, Степа хорошо устроилась. Главное, что сидит на грядке. В работе была-была, участвовала. Молодцы. Делали, урожай собирали. Как собирали? Встаем, говорим. В огород мы пойдем. Урожай соберем. Молодцы, копаем. Мы картошку копаем. И морковку натаскаем. Дальше срежем мы кочан капусты. Круглый, сочный. Очень вкусный. Молодцы.
чабеля сорвем немножко и вернемся. По дорожке вернулись к себе. Вернулись к себе. Молодец. Не сделали скрипом на больше из этих обоев ничего. Остаются. Садимся за место. Остаются. Даем мне две маленькие капусты. Молодец. Садимся, садимся, садимся. Умнички, мы говорили про капусту, дети. Так, вот у нас одна капусточка, и вот у нас другая капусточка, а ко мне идет Нине и Иришка. Иди сюда, Иришка, Нине. Хорошо, Иришка становится вот сюда. Так, смотри, комодушечек, у тебя твоя, а у тебя с другой стороны. Так, а теперь сюда кладем, и тихонечко вот так ее катим. Интересно, кто докатит быстрее свою капусту? Иришка или Нины? Раз, два, три, капусту свою по грядке кати, положи. Так, вернулись, Нина, вернулись. Раз. Вот этого не подумал никто. А я бы, лучше бы я принесла тыкву. Там было бы тяжелее. Так, а ну-ка еще раз попробовали. Кикербан можно. Итак, очень хорошо. Так, молодцы, договорились. Ага. Дети, вы знаете, почему вам было легко? Спасибо тебе большое. Потому что эта капуста была легкая. А ну-ка попробуем тяжелую. Иди сюда, Ира. Иди сюда. Стоп, ну-ка, Ира, ручкой. Раз, два, три. Нет, кати. Раз. Молодец, хорошо. Раз. Молодец, хорошо. Ой, вот сюда. Молодец, ты садишься. А ты назад, иди сюда. И ты будешь кати. Так, молодец, наклоняйся. Раз, два, три. Капусточку кати, кати. Давай. Молодец, еще сама кати. Дальше. Ну-ка, ох, какая она тяжелая. Так, дальше еще. Ну-ка, давай, листики, отходы. Так, на щит, на щит. Молодец, хорошо, тихонечко садись, иди сюда, Андрюшка. Так, молодец. Все, не выйти из этой капусты ничему. Так, ну-ка, раз, два, три, ой. Молодец, хорошо, дальше иди сюда, отсюда тоже, кати, дальше. Наоборот, она отожмется, сок даст. Да, да, да. Ох, и будет золотая капусточка. Закуска будет еще та. И угостить не жалко, и подавать красиво. Так, теперь не понимай. Иди сюда, тоже будешь катить. Ну-ка, раз, два, три. Вот сюда кати. Так, молодец, кати. Отлично. Еще. Умничка, хорошо, садись. Дашенька, иди сюда. У всех. Так, молодец. Ну-ка, раз, два, три. Капусточку, так. Так, молодец, умничка. Степа еще. Ты видишь, как две капусты все тянется? Ей хочется, чтобы ты ее потолкал. Ну-ка, давай вставай. Ну-ка, свои ручки пока. Ну, не, ручки качай. Молодец. Саша. Молодец еще. Очень хорошо. Все. Вот теперь, значит, иди сюда, Сашунька, будешь катать? Давай, вот мы катим капустку. Давай-ка, поворачивайся с другой стороны. Вдвоем будем, вдвоем. Ну-ка, давай вместе. Раз, два, три. Ой, кати. Вместе. И раз, два, три. Кати, молодец, молодец, хорошо. Давай. Дальше Сашка сама. Вот. Раз, два, три, хорошо, еще кати. Ой, молодец, еще. Ой. Еще, молодцы. А теперь, друзья, из этой капусты сделаем салатик и споем песенку. Помните песенку про капусту, детки? Да. Собираем грядки, собираем грядки. Раз, два, три, песенку про капусту. Ох-ох-ох. Песенку про капусту начни. Я пока не видела эту песенку про капустку. Споем просто так. Мы капустку чистим, чистим, мы капустку чистим, чистим. Всех вас просим не зевать и немножко помогать. Мы капустку рубим, рубим, мы капустку рубим, рубим. Всех вас просим не зевать и немножко помогать. Мы капусту давим, давим, мы капусту давим, давим. Всех вас просим не зевать и немножко помогать. Мы капусту солим, солим, мы капусту. А ты чего не солишь капусту? Твоя капуста будет вкусная, Никита, ну-ка соли. Мы капусту солим, солим, мы капусту солим, солим. Всех вас просим не зевать и немножко помогать. Ой, детки, вижу, что вы устали. На огороде хорошо поработали. А теперь давайте возьмемся за то, что поработаем сами за столом. Что-то будем делать своими руками. Ну-ка, скорее, скорее, садимся за стол, будем что-то делать.